Не понимаю. Надо же, ты, мой отец, какой-то контракт. И сразу все изменилось. Куда девался тот симпатичный парень из кафе? Кто ты на самом деле? И что ты там ешь? Оливковое масло. Кончилось. Не надо, дай. Пробовал. Никогда. Было трудное детство. Ты любишь Дрю? Что, прости? Ты его поцеловала как-то привычно. Боюсь, тебя не касаются ни я, ни мои привязанности. Прости. Ты здесь живешь? Нет, я здесь плаваю, а сейчас поеду домой. Знаешь, мне бы очень хотелось с тобой подружиться. Друзей у меня много. А у меня нет. Неудивительно. Ты напрасно обиделась. Со мной бывает. Я теряюсь в незнакомом обществе. Я много трудился, постоянно в делах и так и не научился общаться. Да. Я обязан выполнять свой долг. И на этом поприще я незаменим. Мне порою бывает горько. Потому что времени ни на что другое не остается.